В Московском областном центре охраны материнства и детства продолжается модернизация оборудования. В этом году по госпрограмме здравоохранения Подмосковья учреждение получило 82 единицы медицинской техники. Подробности в сюжете Луизы Егиазарян. Основная доля медицинского оборудования предназначена для лечения новорожденных. Новая аппаратура поступила в отделение реанимации и хирургии, а также в блок паллиативной помощи. В этих кювезах выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. Новые инкубаторы интенсивной терапии пока пустуют, но при необходимости готовы спасать младенцев. Они многофункциональные, эти инкубаторы. Непосредственно кювез, инкубатор, где находятся дети. Это монитор слежения за всеми жизненными важными функциями новорожденного недоношенного ребенка и аппарат искусственной вентиляции легких. Московский областной центр охраны материнства и детства оказывает медицинскую помощь новорожденным со всего региона. За 10 месяцев в этих стенах вылечили около 500 маленьких пациентов. Это единственное учреждение в Подмосковье, в котором проводят хирургические операции младенцам и недоношенным детям. Луиза Егиазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.